Дети – это наше будущее, а значит, им необходимо обеспечить лучшие условия для отдыха и развития. В Маевском сельском поселении заботятся о подрастающем поколении. Торжественное открытие новой детской площадки – лучшее тому доказательство. Мы неоднократно рассказывали о том, как уверенно развивается Маевское сельское поселение, увеличивая свой бюджет и направляя средства на благоустройство. Благодаря поддержке районных и краевых властей здесь удается решать важные вопросы и строить социальные объекты, нужные всем жителям. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовка, который приехал на торжественное открытие, чтобы разделить с селянами общую радость, в своем выступлении отметил, что губернаторская программа инициативного бюджетирования реально работает, и это отрадно, потому что ее плоды налицо. И уже мы открываем в Маевском поселении третью площадку. И это очень радостно, это событийно, где мамы со своими детьми, где детки будут приходить и устраивать свой досуг. Вот мы сейчас прошли по территории вот здесь маленькой Маевского поселения, она ничем не отличается от городской территории. Я уверен, здесь дети будут и спортом заниматься, и развиваться, и мамочки будут с ними здесь, и все будет как у нас, как говорится, в пределе, все как положено. Я от всей души поздравляю вас с этим событием. Хочу поблагодарить, вот очень качественно сделали строители эту работу. Глава Маевского сельского поселения Андрей Дмитриченко подчеркнул, что здесь все делается по пожеланиям жителей, которые могут влиять на благоустройство своего места жительства. Мы сделали тренажерную площадку, делаем парк. Ну, это как бы малое начало того, что предстоит нам сделать. Оно будет достраиваться, подстраиваться. Здесь перед детской площадкой планируется строительство воркаута, строительство столиков для игры в шахматы. Так что тут все еще будет меняться, реконструироваться. Это все делается для вас. И очень большая, как бы, помощь от вас в том, что вы нам подсказываете. И всегда любые идеи, как бы, мы ваши воплощаем и будем воплощать. И вот, наконец, наступил самый торжественный момент открытия – перерезание красной ленты. Это события, пришедшие сюда. Дети, их родители, казаки и общественники встретили горячими аплодисментами. Особенно радовалась детвора. Я очень рад, что у нас появилась такая площадка. Я буду проводить тут все время свое. Лучшие районные артисты порадовали всех собравшихся своим искусством. Ребята принялись весело осваивать игровой комплекс. Массу положительных эмоций получили они, используя горку, качели, карусель и спортивные снаряды. Детям были вручены различные сладости, что еще больше улучшило их настроение. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, программа «События».